Всем привет, меня зовут Азат, вы находитесь на канале Автосправочная. Уже совсем скоро, не за горами, у нас праздник 23 февраля. В преддверии этого праздника наверняка многие ломают себе голову, что же подарить своим родным, близким и друзьям. В этом видеоролике хочу подсказать вам 5 идей отличных подарков российским автолюбителям на 23 февраля 2024 года. Это интересные и полезные для водителей устройства и аксессуары, доступные на любой вкус и кошелек. Обязательно досмотрите это видео до конца, чтобы не пропустить ничего интересного. Итак, первый вариант подарка, который я бы хотел показать, это компактный видеорегистратор RODEGEATE DUO 4. Это модель с хорошим качеством как дневной, так и ночной съемки. Видео с данного устройства позволяет распознать марку, модель автомобиля, его цвет, госномер, дорожные знаки и разметку. Основная камера снимает видео в качестве Full HD, угол ее обзора 140 градусов, что позволяет снимать ситуацию как в своей, так и в соседних полосах. В комплекте есть также задняя камера, которая снимает видео в HD качестве. Ее можно установить как в салоне на заднее стекло, так и на крышке багажника снаружи автомобиля. Даже несмотря на тонировку заднего стекла, камера обеспечивает хорошее качество съемки как днем, так и ночью. А если подключить ее дополнительный провод к лампе заднего хода автомобиля, то можно использовать функцию «Ассистент парковки». Поворотный кронштейн регистратора регулируется на 360 градусов, поэтому его положение легко настроить, а также его можно повернуть одним движением руки, например, для съемки какого-то события на обочине, записи общения с автоинспектором или ситуации в салоне машины. Подключение питания к регистратору осуществляется через современный разъем Type-C. Модель имеет удобный и современный интерфейс, все настройки интуитивно понятные и простые. В комплектацию входят датчики удара и движения, поэтому ни одно событие на дороге или парковке не останется незамеченным, а заблокированные файлы будут защищены от перезаписи. Wi-Fi и мобильные приложения позволяют просматривать отснятые видео прямо на своем смартфоне, скачивать их, а также менять настройки видеорегистратора с телефона. В общем, в этой модели есть все необходимое для современного видеорегистратора. Для тех, кто не хочет вешать ничего лишнего на лобовое стекло, можно рассмотреть вариант видеорегистратора-зеркала DAO CAM MIRROR. Устройство при помощи резиновых стяжек легко и надежно устанавливается на штатное зеркало заднего вида. Такое устройство никаким образом не ухудшает обзорность места водителя. Все остается так же, как и было предусмотрено заводом-изготовителем. Оптимальный размер экрана 4,55 дюйма и удобное расположение его в правой части устройства позволяют пользоваться салонным зеркалом в обычном режиме, а также вывести на него изображение с камер – с передней, задней или с обеих одновременно. Объектив камеры расположен в левой части зеркала. Его положение регулируется простым наклоном, что позволяет легко добиться нужного ракурса съемки, независимо от положения самого зеркала. Модель имеет механические кнопки, которые более надежны на морозе, а также с ними не остается отпечатков и разводов на зеркале. Угол съемки передней камеры составляет 150 градусов, что позволяет охватывать не только свою, но и соседние полосы. Она снимает видео в Full HD качестве. Детальность съемки достигает такой степени, что можно легко распознать сам автомобиль, его госномер, знаки дорожного движения, сигналы светофоров и дорожную разметку. А технология WDR улучшает картинку при ярком солнце или свете встречных фар. Ночная съемка также радует качеством. Номера машин можно считывать даже при отсутствии освещения. Задняя камера имеет угол съемки 140 градусов, чего достаточно для полноценной съемки ситуации сзади автомобиля, а также в соседних полосах. Она снимает видео в HD качестве. Камера обеспечивает качественную картинку как днем, так и в ночное время. В комплекте есть дополнительный провод для реализации функции ассистента парковки. Wi-Fi и мобильное приложение позволяют управлять настройками устройства со своего смартфона, просматривать и скачивать отснятые ролики. Встроенный датчик удара заблокирует файл от перезаписи в случае ДТП или резкого торможения, а также его можно настроить для автоматической записи нештатных событий на парковке. А датчик движения позволяет оставить регистратор включенным на парковке. Он начнет съемку только при обнаружении движения рядом с автомобилем.
Еще один отличный вариант подарка для водителя – это радар-детектор RoadGit Detect Pro Wi-Fi. Модель имеет корпус из приятного на ощупь нескользящего пластика. Ее можно установить при помощи коврика на панели автомобиля, либо на стекло при помощи присосок, входящих в комплект. Установить или убрать радар-детектор можно одним движением руки. Это современная модель, которая сочетает в себе сигнатурную технологию со встроенным GPS и чувствительный радар-модуль, что позволяет заблаговременно обнаруживать различные типы комплексов фото-видеофиксации, при этом избегая ложных срабатываний от датчиков слепых зон машин, дверей супермаркетов и так далее. Камера на 60. Впереди контроль средней скорости. Камера на 60. Конец контроля средней скорости. Оповещение о камерах можно получать не только в голосовом виде, но и текстом, который выводится на экран, поэтому звук при желании можно отключить. Особенно эта функция будет полезна ночью или в поездках с детьми, которые могут уснуть в дороге. Каждый пользователь может настроить устройство так, как ему нужно. Громкость оповещений плавно регулируется в широком диапазоне при помощи колесика. Яркость экрана также можно изменить при помощи специальной клавиши. Wi-Fi и мобильные приложения позволяют быстро и просто обновить базу камер по воздуху. Бегать с радар-детектором компьютеру не придется. Примечательно, что новая база камер выходит ежедневно, что позволяет всегда иметь доступ к самой актуальной информации. Такое устройство обеспечит водителю надежную защиту от штрафов, ведь зачастую многие нарушают не специально, а просто вовремя не заметив ограничение скорости, начало населенного пункта и так далее. Следующий вариант подарка – это автосканер Rokadil ScanX Pro. Он предназначен для самостоятельной диагностики автомобилей всех марок. В комплект поставки входит само устройство, USB-кабель, инструкция, а также удобная сумка. Она подойдет и для хранения сканера, и для его переноски, и в качестве подарочной упаковки. Это простое в работе устройство, которое способно заменить диагностику в автосервисе. Особенно полезен такой автосканер может быть в дороге. В случае возникновения какой-то ошибки, вы сможете самостоятельно найти проблему и понять, насколько она критична и стоит ли продолжать поездку. Сканер полностью автономный, то есть не требует дополнительного подключения никаких других устройств, установки программного обеспечения или доступа в интернет. Вы просто подключаете его к диагностическому разъему автомобиля, и вся информация выводится на экран устройства. Сканер поддерживает отображение, сброс и расшифровку кодов неисправностей на русском языке. Помимо этого, при помощи него можно проверить напряжение АКБ автомобиля, температуру двигателя, а также просмотреть показания всех датчиков автомобиля в режиме реального времени. Процесс диагностики при помощи этого сканера очень простой и понятный. Все подсказки отображаются прямо на экране. Гарантия производителя на этот сканер составляет 5 лет. Еще один диагностический сканер, который можно рассмотреть как подарок, это ScanTool Pro BT. Он тоже предназначен для самостоятельной диагностики. Основное отличие, что данная модель поддерживает связь не через кабель, а через Bluetooth. Она совместима с устройствами, работающими на платформах iOS, Android и Windows. Вся информация выводится на экране устройства, подключенного к сканеру. Это может быть смартфон, планшет или ноутбук. Сканер очень компактный, его можно положить в бардачок автомобиля или в сумку, чтобы он всегда был с вами в дороге. Модель поддерживает отображение, сброс и расшифровку кодов неисправностей на русском языке, а также просмотр всех текущих параметров работы систем автомобиля. Это отличная замена диагностики на СТО. Вам нужен только сам сканер и телефон с диагностическим приложением, который будет всегда под рукой. Гарантия от производителя на эту модель также составляет 5 лет. И последний вариант хорошего и при этом бюджетного подарка автомобилисту, у которого уже есть видеорегистратор, это адаптер для скрытого подключения RoadGit Cord. Он позволяет полностью убрать провода под обшивку салона автомобиля и освободить гнездо прикуривателя, осуществив подключение через блок предохранителей автомобиля. Адаптер защищает от перегрева, короткого замыкания и перенапряжения. Кроме того, он поддерживает функцию защиты аккумулятора автомобиля от разряда. При снижении напряжения до 11,6 вольта он отключает питание, поэтому с ним можно не боясь оставлять видеорегистратор включенным на парковке. Входящие в комплект провода толстого сечения, качественные и надежные. В комплект также сразу входят и предохранители.
Данный адаптер совместим с регистраторами любого бренда. При выборе главное знать разъем питания регистратора, потому что есть два вида адаптеров. Первый – это с разъемом DC, то есть круглого сечения. Второй, который сейчас у меня в руках, с разъемом формата мини-USB и переходниками на micro-USB или Type-C. Подключить адаптер можно самостоятельно. В комплекте есть детальные инструкции с пошаговым описанием и иллюстрациями подключения. Вот такая вот информация. Узнать об этих моделях более подробно, а также заказать их, вы сможете по ссылкам в описании. На мой взгляд, это отличные варианты подарков на 23 февраля для любого водителя. Вы можете рассмотреть их в качестве подарка как своим близким, родным и друзьям, так и себе. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Надеюсь, информация была для вас полезной и интересной. Всех с наступающим праздником. Желаю всем безопасных дорог и всем пока.